такой космонавт? Ну, это такой человек, который летает в космос, изучает планеты, ну, на звезды смотрит. Космонавт – это такой человек, который летает в космос, и он очень умный, сообразительный, смелый, устойчивый, храбрый и очень сильный и здоровый. Космонавт – это который в космосе побывал, ищет разные планеты в космосе. Знаю, космонавт – это кто влетает в космос и изучает все планеты, изучает разные новые звезды. Он может ракету чинить. Космонавт – это такой человек, который летает в космос и узнает что-то новое в космосе. Он может изучать звезды, новые планеты какие-то, Солнечную систему. Они могут вокруг нашей Земли прилететь за 2 часа и узнать что-то, какие-то новые, что-то новое о нашей планете. Космонавт в космосе фотографирует. Он еще может проводить научные исследования. Почему космонавт – опасная профессия? Ну, потому что ракета взлетает и шумит. Такой вот дым. Надо быть подальше от другого, от других осколков. А то они могут разбить скафандр, и человек может умереть. А то в космосе нету кислорода, там только никакого даже углекислого газа. Ну, что там метеориты? Там может воздух закончиться. Можно встретиться с метеоритом. Если вы выйдете в открытый космос без скафандра, то можно уже все задохнуться. Если ты далеко от Земли, то тебе никто не поможет. Потому что ракета может взорваться, метеорит стукнуться. То же самое произойдет. Там могут прилететь метеориты, кометы, могут задеть ракету. Во-первых, там еще где-то несет, но нужна очень сильная подготовка. Нельзя нездоровым пойти. Двигатель может сломаться. Можно потерять связь с Землей и остаться навсегда в космосе. Можно разбиться, когда на Землю прилетаешь. Чем тебе интересна профессия космонавта? Ну, потому что в космосе невесомость. Я думаю, что можно поинтересоваться, ну, кометами, например. Они же светятся. Может сделать на ракете длинный трюк. Вот, например, на мегаракете. Еще быстрее самолета и гоночной машины. Ну что, космонавты могут уходить наружу с ракеты. Космонавт может прыгать в костюме. Потому что можно летать в небесовости, можно отправлять ракету на Луну. Есть и из тюбиков. Я бы вышла в открытый космос. Никто, кроме космонавтов, не сможет посмотреть на космическую красоту, только на фотографиях сможет. Мне бы интересно было вообще вся Вселенная, все Солнце, все планеты. Почему все? Потому что я еще ни разу не был в космосе. Можно увидеть разные планеты, которые огненные и на которых нету жизни. Можно узнать, что на других планетах, какая у них поверхность, что у них внутри.